Доходы чиновников растут. Руководители Владимирской области отчитались о том, сколько заработали за прошлый год. Так, доход губернатора Светланы Орловой за 2014 год составил почти 4 миллиона рублей. А согласно предыдущей декларации, в 2013 году она заработала 2,8 миллиона рублей. Недвижимой собственности, как и автомобилей, у Светланы Орловой нет. Транспорт, земельные участки и квартиры записаны на мужа. Самый большой доход у заместителя Орловой по промышленности Александра Марченко. Он заработал почти 10 миллионов рублей. А самый незначительный по меркам чиновников у заместителя губернатора по сельскому хозяйству Романа Русанова, получившего всего только 924 тысячи. Более подробно ознакомиться с документом можно на официальном сайте областной администрации.